Рядом со мной главный тренер футбольного клуба «Нарва Транс» Валерий Бондаренко. Он согласился дать интервью после интересного, напряженного и такого удачного матча нашей команды против чемпиона «Намекали». Валерий Георгиевич, с победой, и небольшой ваш комментарий, что скажете о прошедшей игре. Спасибо за поздравления. И я могу только сказать, сегодня очень много лестных слов в адрес игроков, потому что, во-первых, и выдержали натиск, откровенный навал в каких-то ситуациях, сдержали и забили два красивых гола. То есть, ну, конечно, по ходу игры, может быть, и возникали какие-то видимые или невидимые проблемы. Но в целом, действительно, наверное, нам игра удалась с точки зрения того, что мы выбрали какую тактику. То есть цель была навязать прессинг в середине поля, быстро переходить в атаку, но точно так же и быстро закрываться. Но вот в этих ситуациях у нас очень сегодня, я считаю, что великолепно даже провела центральная зона, игроки, все игроки центральной зоны, то есть и оба центральные защитники, и полузащитники, и атакующее звено, и, конечно, фланговые сегодня полузащитники, ну, сыграли так, как действительно надо, потому что они создавали напряжение, они шли в атаку. И единственное, что, может быть, конечно, ну, наверное, это и по ходу дела, вернее, по ходу игры было видно, что я сделал замены именно на двух флангах и на линии обороны. Здесь у нас начали возникать проблемы еще в первом тайме, ввиду того, что, ну, ни тот, ни другой защитник не показывали той эффективности, которую они должны были показывать, и не выполняли ту роль, которую они должны выполнять на поле. Вот, но в целом, ну, игра, можно сказать, действительно, ну, так удалась. Удалась в плане результата. В плане качества, конечно, оставляет еще желать лучшего, потому что есть ситуации, когда можно и сыграть немножко более спокойно, более профессионально, с более, ну, наверное, рационально найти правильный ход в той ситуации для того, чтобы атака не захлебнулась сразу. Вот такие моменты, конечно, нам предстоит еще много и много-много работать. Показалось, что игроки сегодня выигрывали много единоборств, чего не было в прошлых матчах. Это так? Ну, такую, наверное, статистическую, вернее, сравнить статистику предыдущих матчей, предположим, и здесь, но немножко, наверное, сложновато. Но что определенно мы можем сказать, это то, что это уже наш не первый матч, а тем более против сильного соперника мы сыграли на ноль. И вот этот момент меня очень радует, что прежде всего команда должна действительно уметь защищаться и грамотно защищаться, и не просто играть в обороне. И это не только ложится на плечи защитников и вратаря. Оборона и оборонительные действия ложатся на плечи всех игроков команды. Поэтому, в общем-то, это и является, наверное, заслугой всей команды. Но вот эти, наверное, показатели, вот они сегодня действительно радуют, что нам удается теперь отстаивать свои ворота на ноль. Соперник во втором тайме перешел действительно на такой массированный навал, много стандартов, много навесов в штрафную. И показалось, что ребята знали все-таки, как в этой ситуации действовать. Действовали просто, но очень самоотверженно. Вот эти навесные... Была установка, что при навесах особое внимание вот этим высокорослым игрокам соперника? Ну, во-первых, мы знали, конечно, кто представляет из себя наибольшую вероятность таких ситуаций. То есть ясно дело, что Немела и Воскобойников, два нападающих, обладающие хорошими данными для того, чтобы выигрывать верховые дуэли. Но меня сегодня порадовали оба наших центральных защитника, которые, ну, практически выиграли все в нужный момент. И очень уверенно и решительно разрушали все вот такие навесные передачи. Да, может быть, они имели прямолинейность. И это, может быть, действительно в какой-то степени облегчает задачу защиты. Но это не облегчает в психологическом плане, потому что когда идет такой целенаправленный навал, то, конечно, сдерживать очень тяжело. А в такой ситуации должны еще включаться, конечно, и атакующие игроки, которые должны начинать прессинг намного раньше и не позволять сопернику просто так направлять мячи в нашу штрафную площадку. Но
Это еще, опять же, тот же момент, над которым тоже нужно предстоит много работать, потому что это требует действительно много их физических затрат. Уметь накрывать центральных защитников, не давать им делать эти длинные передачи. Но вот наша защита сегодня действительно сыграла великолепно, и я этим фактом очень доволен. Вы сказали о двух красивых голах. Первый со стандарта, второй после красивой, хорошей контратаки. Можно сказать, что нападающие сегодня напрягали соперника? Насколько мне показалось, очень много проникали в штрафной с мячом, с обводкой. Это тоже была установка или ребята действовали по ситуации? Ну, как таковой установки ведь трудно сказать, как обязательно нужно действовать игроку. То есть я не люблю закрепощать игроков 100% какими-то определенными действиями. То есть особенно в атаке игрокам сегодня было сказано, что, пожалуйста, не играть очень натужно. Я не люблю натужные атаки. Я люблю, когда атака действительно проходит такая налегке. И первый гол, он хоть и был со стандартного положения забит, но он был в очень красивой манере. То есть игрок в такой ситуации настолько технично и грамотно распорядился мячом, я имею в виду Александра Дубыкина, который забил этот мяч, что после такого мяча хочется действительно еще долго стоять и аплодировать. Второй мяч – это уже с игры. И, может быть, соперник потерял какую-то бдительность и концентрацию, потому что они уже, наверное, слишком тратили много сил и именно даже пытались превзойти нас психологически, и не только психологически, но и численно под нашими воротами для того, чтобы выигрывать эти мячи. Ну вот такая вот действительно атака нам удалась, и прекрасный гол Шкинева, в результате родился еще второй гол красавец. То есть сегодня действительно вот команда выиграла в таком красивом стиле, то есть отстояв прежде всего на ноль свои ворота и забил два красивых мяча. Спасибо большое за победу, поздравляем. И еще небольшой вопрос по поводу следующего матча. Это игра против Таллинского Кальева на выезде. После трех побед подряд уверенность наверняка будет у ребят выше, но как бы здесь не случилось обратное, да, не перешла бы она в самоуверенность. Есть такие опасения или все-таки сейчас трудно говорить, но будет ли в этом направлении работа какая-то, чтобы не было сейчас каких-то шапкозакидательских настроений у ребят? Я не думаю, что с нашими игроками это произойдет или что это им угрожает. Я думаю, что у нас вполне адекватные ребята, которые прекрасно понимают, что это еще не финиш, и здесь нет повода для каких-то долгих празднований, слишком большой эйфории. Главное, чтобы действительно игроки сохраняли вот этот хороший момент голода до побед. То есть выходить на матч опять голодными, желающими побеждать в каждом матче. И единственное, я только надеюсь на то, что так оно и будет. С Калевым сыграли неудачно дома. Сейчас хороший шанс реваншироваться, выиграть у них там. Ну, это тоже верно, потому что сейчас, по сути дела, нам со всеми командами нужно заниматься реваншированием, как вы сказали. Поэтому я думаю, что в психологическом плане для ребят и эта команда является хорошим раздражителем. Я думаю, что наша задача только главное подойти опять-таки в оптимальном составе. Потому что после этой игры есть некоторые опасения, что у Дубыкина довольно серьезные повреждения. Вот, и возможно, что Янговатов будет пропускать этот матч уже за желтые карточки. Так что проблемы могут быть. Спасибо. Еще раз с победой. Будем ждать теперь очередного матча с еще большим нетерпением. Спасибо вам. Спасибо.